Ну, тогда погнали. Вроде все более-менее подсобрались. Снаружи я там массово людей уже не вижу. Так что поехали. Продолжаю вам рассказывать что-нибудь примечательное, любопытное, важное про метод резолюций. И напоминаю, что остановились в прошлый раз вот на том, что внизу выделено. Вот на такой цепочке равносильности, то есть разобрали на самом деле в практическом смысле от начала до конца весь этот метод резолюции, в практическом имеется в виду, как его применять. Закончили на примере применения, тоже как раз от начала, когда дана формула, требуется проверить общезначимость, и до самого конца вывода квадратика из системы дизъюнктов, отвечающей там, тому, что получается в результате цепочки преобразований формулы. Вот. И что осталось? То есть вот с этими знаниями уже можно, в принципе, идти на четвертую, третью типовую задачу, которая на проверку общезначимости формул методом резолюций. Но так как у нас курс математический, здесь рассказывается все углубленно, то есть в том числе те механизмы, за счет которых все работает, и все эти утверждения, все теоремы о том, что все действительно работает как надо, то хотелось бы вот в этой всей схемке, вот в той цепочке равносильности, которая внизу нарисована, вот если приглядитесь, там в одном месте не равносильность, а только в одну сторону. То есть если в конце мы смогли вывести квадратик, то, двигаясь справа налево по этой цепочке, можно прийти к тому, что формула общезначима. И остался вопрос, а верно ли это в другую сторону. То есть правда ли, что на самом деле там на последнем этапе не если правое, то левое, а тогда и только тогда. Вот. Про метод семантических таблиц доказывалось, что как раз есть вот это тогда и только тогда. То есть что мало того, что мы, получив успешный табличный вывод, можем быть уверены, что исходная семантическая таблица невыполнима, или по-другому, что исходная формула не общезначима, смотря что с чего начинаем, то хотелось бы и про метод резолюции иметь тоже что-то подобное. То есть мы получили утверждение о том, что если у нас квадратик выведен, то все хорошо, формула общезначима. А вдруг так получится, что мы вообще квадратиков не видим в нашей жизни? Ну, вы видели уже в примерах, что можно квадратик вывести? Ну, например, за пределами этих примеров вдруг так получится, что вообще квадратик никогда вывести нельзя. Хотелось бы, чтобы для как можно большего числа невыполнимых систем дизъюнктов можно было вывести этот квадратик. Вот. И об этом как раз будет остаток рассказа про метод резолюций, который растянется, скорее всего, где-то на полтора занятия, включая это. Вот. И ну, вместе со всеми там плавными переходами в следующую тему логическое программирование. То есть я, в принципе, довольно бодрым темпом иду, с учетом того, что, насколько я понимаю, либо сегодня прошли, либо скоро начнутся третьи семинары. То есть вы еще даже до четвертого не добрались, где, собственно, метод резолюции, насколько я понимаю. Второй? Срез? Третьего не было? А третий когда будет? Следующий. А, ну да, вам, вы те, у кого на следующей неделе. Вот у самых быстрых на этой неделе вроде как третий. Вот. У кого-то прошел, у кого-то еще пройдет. Вот, да, это значит, что вы уже как бы все знаете и на третий, и на четвертый, и можете там смело смотреть, забегая вперед, что происходит. А я в лекциях тихо, мирно пойду дальше. И в конечном итоге, чем быстрее расскажу, тем быстрее закончим, быть может, снабдив последние занятия чем-то таким, что в программу не входит, но может быть кому-нибудь интересно. Вот. И поехали. Вот. Сейчас будем некоторое время только идти к тому, постепенно придем к тому, что вообще можно было бы использовать для того, чтобы показать, что метод резолюций настолько же хорошо составлен, насколько метод семантических таблиц, в том смысле, что для любой невыполнимой системы он позволяет вывести квадратик. Вот. И для того, чтобы к этому всему подвести, давайте для начала забудем вообще про все эти методы и попробуем порассуждать. Вот дана система дизъюнктов, система простых формул. А как вообще можно было бы, проведя какие-нибудь умозаключения, убедиться, что эта система невыполнима? То есть что в ней где-то внутри вложено неразрешимое противоречие, которое заставляет эти дизъюнкты быть невыполнимыми одновременно ни в одной интерпретации. Ну и давайте заодно зададимся такой интерпретацией.
начнем рассуждение с того, что пусть где-то выполняется, вот она интерпретация «и». И как теперь это противоречие выудить наружу, если у нас нет никаких методов? Ну, для примера, чтобы было ясно, о чем идет речь. Вот такая простенькая система. Для всех предметов x верно p, а вот для этого предмета, который обозначен термом f от c, p неверно. Вот. И независимо от всяких этих методов, можно легко объяснить, почему эта система невыполнимая. Для этого достаточно просто посмотреть на эти две формулы, убедиться, что у них буковка p в одном месте с отрицанием, в другом месте без отрицания. Потом посмотреть на переменную x, вспомнить, что она связана квантором всеобщности, когда речь идет про дизъюнкты. Вспомнить семантику квантора всеобщности, что выполнимость этой формулы вот в заданной интерпретации и она означает, что для любого предмета на месте этого x под формулу выполняется на любом предмете. В том числе на том предмете, который записывается как терм f от c. И в этих рассуждениях я совершенно не использую природу этих предметов и природу вот всех этих буквок, то есть какой смысл они имеют. Мне не важно, какой смысл. Важно только, что есть некоторый терм, здесь он записывается как f от c, который описывает некий предмет, про который я ничего не знаю, но он есть, потому что мы можем записать терм для этого предмета, значит, он есть. Вот и этот терм, он вот такой, предмет, отвечающий этому терму, он вот такой вот противоречивый. Про него утверждается одновременно, и что свойство p у него есть, и свойство p у него нет. Вот. И попробуем систематизировать эти рассуждения. Вот, то есть провести некоторую базу, некоторую систему понятий, сейчас ее как раз и приведем, которая позволяет отбросить всякий смысл этих предметов и сосредоточиться исключительно на термах, которые представляются этими предметами, которыми представляются эти предметы, когда речь идет про те или иные интерпретации и выполнимость в них. И вот как только мы это сделаем, получится довольно известный в логике термин, который вот это вот ровно и означает. Интерпретация, в которой нет ничего осмысленного, есть только термы, которыми мы описываем предметы. И это называется эрбрановская интерпретация по фамилии того, кто в 20 веке уже довольно давно придумал эти самые интерпретации и способ их применения для того, чтобы можно было отбросить все лишнее и попытаться сравнить интерпретации, имеющие разную природу. В конечном итоге все это можно сравнивать в терминах вот этих интерпретаций, в которых мы забываем про природу предметов и смотрим только на термы. И в конечном итоге получается интерпретация вот такого вида, и она как раз и будет называться эрбрановская или более коротко H-интерпретация. Фамилия Эрбрана, она с буквы H начинается, если что, в английской записи, в латинской. Вот. И что это за интерпретация такая? Начинается все с предмета области. И на самом деле вы эту такую предметную область уже даже видели. И, по-моему, даже неоднократно. И просто вот вспоминайте все те разы, когда вы это встречали, метод семантических таблиц полнота, потом унификация термов, там тоже что-то подобное было. Вроде бы еще как где-то один раз было. И вот сейчас еще раз, и теперь начинаем смотреть на все эти, все то, что я до вас уже доносил, свободную алгебру термов и все такое, смотреть на это начинаем пристально. Итого, начинается все с предметной области, которая не имеет никакого смысла и основывается только на сигнатуре. Вот, то есть предметная область — это множество всех термов, вот той сигнатуры, которая нам задана. Вот, и если мы… извиняюсь, множество всех основных термов. Напоминаю, что это все такие термы, у которых нет ни одной переменной. Если так случилось, что мы ни одного основного терма построить не можем, то есть у нас нет ни одной константы, то тогда мы искусственно добавляем одну константу, она называется эрбрановской константой, вот, и тогда у нас получается столько термов, сколько мы хотим. Вот. То есть одна константа есть, а значит, хотя бы один терм у нас есть. Это константа. Вот. Это чтобы обойти то ограничение, что предметная область должна быть не пустой. Потом, так как мы хотим, чтобы в этой интерпретации не было никакого смысла, кроме того, что мы записываем, тот самый прием, который использовался во всех этих доказательствах типа полноты метода семантических таблиц, то давайте скажем, что смысл каждой константы — это сама константа, и смысл каждого функционального символа такой — это функция, которая принимает на вход предметы, а предметы — это основные термы, и возвращает некоторый предмет,
то есть еще какой-то основной терм. Если мы хотим понять, какой, то, в общем-то, вот такой. В нем ничего нет, кроме того, что записано. Вот. То есть, с одной стороны, это функция, которая берет предмет и возвращает предмет, а с другой стороны, мы просто говорим, что смысл терма — это сам терм. Вот. И ничего более того. Итого, если задана сигнатура, то вот эти вот три кусочка интерпретации, предметная область, смысл констант, смысл функциональных символов, они оказываются тоже заданными. И остается четвертый кусочек, предикатные символы. Про них ничего не известно, можем задавать их как хотим. И вот эти вот первые три кусочка, это как раз то, что я уже несколько раз в этом курсе произносил. Это свободная алгебра термов. То есть термы с операциями, отношениями на них. Вот, и так, чтобы не было никакого смысла, кроме того, что мы записываем в термах. Разные записи — это разные предметы. Одинаковые записи, посимвольно одинаковые — это одинаковые предметы. Вот. И все вербрановские интерпретации, стало быть, как только задана сигнатура, они отличаются друг от друга только тем, как выбран четвертый кусочек — оценка предикатных символов. И в связи с этим, в связи с тем, что только четвертый кусочек полностью задает, однозначно и полностью задает интерпретацию, но в предположении о том, что сигнатура задана, вот, можно чуть проще их задавать, чем просто абы как, когда мы ничего про интерпретацию не знаем, и привести все в итоге к теоретико множественному заданию, которое несколько раз здесь будет использоваться, просто потому что оно удобное. Вот. Для этого можно посмотреть на все атомарные формулы, у которых в скобочках в качестве аргументов записаны вот эти самые предметы, то есть основные термы. Это называется вербрановский базис. То есть это все то, про что в этой вербрановской интерпретации, которую мы выбираем, нужно сказать, что истина, а что ложь. Это все атомарные формулы, в которых на местах переменных подставляются, на места переменных подставляются какие-то предметы. Вот про каждый из этих атомов нужно сказать, правда это или неправда в нашей интерпретации. И как только мы это сделали, появляется вот такая теоретика множественная запись вербрановской интерпретации. Это множество всех тех элементов вербрановского базиса, которые мы считаем истинными, то есть выполняющими, если более строго, выполняющимися в этой интерпретации. Например, если мы говорим, что вот это множество, оно пустое, мы тем самым говорим, что все, что мы напишем атомарного, оно ложное. Что бы мы там ни считали, какие бы квантеры не навешивали потом, мы знаем, что вот там в самой глубине, когда написан предикатный символ в скобочках, какие-то там переменные, какие-то термы, мы знаем, что это ложь. Вот. Обратно, другая крайность — это если мы выбираем весь базис как множество, задающее эту интерпретацию. Тогда мы говорим, что это истина. Все является истиной, что там в глубине написано атомарного. Вот, то есть мы можем просто любой атом заменить на истину и посмотреть, что получилось. Вот. Ну и так как это множество, то можно вспомнить все, что вы знаете про множество, в частности, теоретика множественной операции, и осмыслить их как некоторые операции преобразования вербрановских интерпретаций. Ну, например, пересечение задает двух вот таких множеств. Это множество, которое задает такую интерпретацию, в которой истина и то, и другое. В смысле, истина все то, что истина в одной интерпретации и в другой интерпретации. Вот. Если непонятно, поясню, вроде как, надеюсь. Ну, то есть, что такое пересечение? Значит, в это пересечение, вспоминаем теорию множеств, входят все те элементы, которые есть в одном множестве и в другом множестве. Вот. Есть в одном множестве, значит, выполняются в первой интерпретации, есть в другом множестве, значит, выполняются во второй интерпретации. Значит, пересечение этих множеств задает интерпретацию, в которой выполняется все то, что выполняется в обеих исходных. Вот. Ну, вроде несложно. Это понадобится здесь, и удивительным образом это еще понадобится, когда речь будет идти про логическое программирование. Казалось бы, при чем тут программирование вербрановской интерпретации, но понадобится для того, чтобы... Не буду забегать вперед. Вот. Сначала познаем просто, что такое логическое программирование, а потом уже буду говорить, зачем. Ладно. Вот. И... Чтобы было еще проще, вот я буду иногда считать, что вербрановская интерпретация — это и есть вот это множество. Просто чтобы говорить, что вот элементик принадлежит интерпретации, а теперь мы берем одну, другую, пересекаем, получаем новую какую-то. Вот все вот это, все то, что проворачивается с теорией с множествами обычно, тоже буду делать с вербрановскими интерпретациями. Вот.
если тут понятно, то теперь к делу. Зачем же мы про них сейчас говорим? Вот. Затем, чтобы уметь как-то их применять для проверки выполнимости или невыполнимости, ну или обоснования чего-нибудь про выполнимость, невыполнимость систем дизъюнктов. И основное утверждение, которое здесь называется теорема об эрбрановских интерпретациях, формулирует следующим образом. Система дизъюнктов выполнима тогда и только тогда, когда она выполняется хотя бы в одной эрбрановской интерпретации. То есть если перед нами стоит задача проверить выполнимость системы дизъюнктов, и мы вдруг по каким-то нелепым соображениям, которые дальше понадобятся все-таки, захотим выполнять эту проверку методом перебора интерпретаций, то весь этот невероятный спектр интерпретаций, какой только в природе бывает, нам не нужен, а достаточно просто посмотреть во все эрбрановские только их. Если хотя бы в одной эрбрановской выполняется, значит выполнимо, и наоборот. Если ни в какой не выполняется, значит нигде не выполняется. И доказательство на самом деле достаточно простое. То есть почему это вообще так? Давайте, вернее так, оно простое, но длинное. Поэтому сейчас постепенно расскажу вам, в частности, с небольшими примерчиками, что это за эрбрановские интерпретации такие, и как они позволяют вот это вот доказать. Вот. Давайте для начала определимся с какой-нибудь системой дизъюнктов. Неважно какой, лишь бы только... А нет, вообще неважно какой. Какой-то системы дизъюнктов S. Будем доказывать про нее, что S выполнимы тогда и только тогда, когда S имеет эрбрановскую модель. Вот. В одну сторону доказывать не нужно. Надеюсь, понимаете, почему. Если не понимаете, поднимите руку. Вот, вдруг... Тогда я произнесу так... А, вот, да, вот, я написал. Вы подняли руку, а я вам пояснение сразу даю. Потому что эрбрановская интерпретация — такая же интерпретация, как все остальные. Если выполняется хотя бы в одной эрбрановской, значит, выполняется хотя бы в одной. Вот, то есть это все просто, это прямо действительно на уровне очевидного. А вот в обратную сторону, если хоть где-нибудь, то в какой-нибудь эрбрановской, это сложно. И давайте... Это как раз и будем доказывать основную часть. Давайте теперь посмотрим на систему дизъюнктов, которая выполнима. Мы знаем, что у нее есть модель. И покажем, построим в некотором роде эрбрановскую модель. То есть покажем, как устроена эта эрбрановская модель, если у нас есть в распоряжении какая-то. Вот. Вот она, это какая-то. И вот так вот будет обозначаться та эрбрановская, которую сейчас будем строить, которая тоже есть и как-то связана с этой «и». Она будет обозначаться как IH. Вот. Даже сигнатуру менять не придется. Ну и поехали. Для начала давайте посмотрим внимательно эту интерпретацию. И если в ней нет ни одной константы, то мысленно добавим какую-нибудь константу и как-нибудь ее оценим. Неважно как, совершенно неважно. Просто потому что мы знаем, что в дизъюнктах эта константа не встретится, поэтому пусть она будет чем угодно, каким угодно предметом. И как только это сделали, мысленно вот так вот представили себе, у нас есть какая-то интерпретация, и плюс сбоку торчит какая-то новая константа, которая как-то оценена. Тут же у нас появляются те самые основные термы, на основании которых можно строить эрбрановскую интерпретацию, как только мы добавили эту константу. Вот. И рассмотрим вот такое отображение. Это как раз основа взаимосвязи между обычными интерпретациями и эрбрановскими. Давайте посмотрим на то, какими термами задается каждый предмет. То есть рассмотрим такое отображение, которое берет основной терм в себя и показывает нам, какой предмет этому терму соответствует. Если развернуть в обратную сторону, то получается, что один предмет, ему может соответствовать несколько термов, все способы представления этого предмета. Но определимся вот с этим прямым отображением, чтобы оно было достаточно приятным для того, чтобы его использовать, немногозначным. Вот. И тогда на основе этого отображения зададим, напоминаю, что в эрбрановской интерпретации почти все задано, фиксировано, и мы играемся только с оценкой предикатных символов. Вот зададим эту оценку, которая здесь будет обозначаться двумя черточками, вот так. Оценка в эрбрановской интерпретации предикатного символа P на основных термов T1, TK, которые являются предметами этой эрбрановской интерпретации, это есть оценка символа P в исходной интерпретации на тех предметах, которые описываются этими термами.
То есть вот альфа от Т1 — это тот предмет, которым записан терм, которым выражается тот предмет, да, который записан в виде терма, которому соответствует терм Т1. Вот так давайте скажем. Итого мы просто говорим, что если мы какие-то предметы в букву P поставим в интерпретации и получим еще какой-то предмет, то тогда оценка вербранской интерпретации должна быть соответствующей вот этому предмету. Вроде понятно объяснил. Ладно, надеюсь, что понятно, но все равно там дальше еще чуть-чуть примерчик будет чуть дальше. Вот. И если формульно, то получается, и теоретика множества, то получается вот такая вербранская интерпретация. В ней истинно все то, что истинно, если мы посмотрим на эти термы, не на эти термы, а на те предметы, которые описываются этими термами в исходной интерпретации. Вот. Все то, что истинно в исходной интерпретации для предметов, объявляем истинным для термов вербрановской. И только это. И покажем теперь, что это модель для системы дизъюнктов. То есть это две совершенно разные интерпретации, но оказывается, что они очень похожи друг на друга, так что вот это вот IH, она, ну, в общем, сама по себе, сразу как мы ее построили, даже без всяких изменений, оказывается подходящей. Но чтобы вы хоть чего-нибудь поняли, я, пожалуй, чуть-чуть в сторону отойду и покажу примерчик. Вот, пускай у нас вот такая интерпретация, ой, такая вот сигнатура, 0, одноместная буковка S и буковка меньше. Кто встречался с логикой в привязке к арифметике, хоть где-нибудь, хоть как-нибудь, вы уже могли видеть неоднократно эту букву S, если вдруг кто встречался. Если нет, то нет, конечно. Это расшифровывается как successor, следующее число. То есть если по-простому, число плюс 1. Вот. И давайте посмотрим вот на такую интерпретацию. В ней есть вот эти три буковки. Одна константа, один функциональный символ, один предикатный. Это интерпретация над целыми числами, да, действительно над целыми, всеми целыми числами. Нолик — это нолик, s — это функция, которая прибавляет единицу к числу, и меньше — это отношение строгого неравенства чисел. Вот, то есть все оценивается естественно так, как вы ожидаете от этих значков. Это называется иногда естественной арифметической интерпретацией или просто арифметической интерпретацией. Вот. Тогда предметная область, соответствующая вербрановской, это все основные термы. То есть это все то, что мы можем построить из нолика и буковки S, не используя ни одной переменной. То есть это 0, S от 0, S от S от 0, S от S от S от 0 и так далее. Вот если по-простому, это один из способов введения понятия целого неотрицательного числа. То есть 0, следующее за ним, дважды следующее, трижды следующее, множество всех этих чисел — это множество всех целых неотрицательных. Всех таких записей. Вот. Ну, по-разному вводят, не буду в это сильно углубляться, но представьте себе, что это так. То есть что s от s от 0 — это двойка, s от s от s от 0 — это тройка, ну и так для каждого числа. Сколько раз s встретилось, такое и число. Тогда что мы можем сказать вот в таком арифметическом смысле про атомарные формулы, у которых внутри записаны основные термы? Вот если придерживаться этого арифметического смысла, то мы, например, знаем, что 0 меньше единицы — это левый верхний угол таблицы, что 0 меньше двойки — это строкой ниже, что 0 меньше тройки — еще строкой ниже, четверки, пятерки — любого числа, кроме нуля. А также мы знаем, что единица меньше двойки — это второй столбец, первая строка, что единица меньше тройки, единица меньше четверки — это опять строкой ниже, двумя строками ниже, что двойка меньше тройки, двойка меньше четверки. И можете представить себе, как растет эта таблица бесконечно в две стороны, вправо и вниз. Вот. Множество всех вот формул атомарных вот такого вида — это теоретика множественное задание вербрановской интерпретации, отвечающей вот этой арифметической интерпретации И, которая выше. Вот. Это вот как раз такое пояснение того, зачем они нужны, откуда они вырастают и как они устроены. Надеюсь, что достаточно доходчиво. То есть много писать, но смысл ясен. Это то же самое, что мы говорили вначале про арифметику, только каждое число — это терм. Или более точно, в более сложных случаях, более широко, если мыслить, то одному числу могло бы соответствовать много термов. Например, если бы был плюсик, то число 3 можно было представить как 0 плюс 3, 1 плюс 2, 2 плюс 1, 3 плюс 0. Вот. И это было бы, вот все эти термы, которые я перечислил, они были бы представлением числа 3. И вот про все такие представления нужно было поговорить, кого они меньше.
и выбирать для этого представление всех чисел больше тройки. Вот. Итого, вот это то же самое, что было изначально, только в терминах представлений в виде термов. И теперь, если тут понятно, что это только что было, то теперь покажем, что эта интерпретация — это ровно то, что нам нужно. Что если в исходной интерпретации и эта система дизъюнктов выполнялась, то в EH тоже будет выполняться. И покажем это от противного. Пусть в исходной выполняется, а здесь нет. Тогда давайте какое-нибудь извлечем противоречие. Очевидное противоречие, что в исходной все-таки не выполняется. Итого, пусть в эрбрановской интерпретации система дизъюнктов не выполняется. Что это значит? Это значит, что, что есть какой-то дизъюнкт в этой системе, который в этой интерпретации не выполняется. То есть система не выполняется, множество формул, значит, хотя бы одна не выполняется. Вот. Теперь вспомним, что такое дизъюнкт. Там квантеры всеобщности снаружи, потом скобочки, внутри атомы и их отрицания через дизъюнкцию. Причем семантика так устроена, что мы можем переставлять слагаемые. И я говорил, что в разговоре про дизъюнкты будут они переставляться произвольно. Вот давайте все, которые с отрицанием для ясности, скинем вправо, а без отрицания влево. Вот. Тогда получается вот такой дизъюнкт. Посмотрели на него внимательно. Все, что написанное А для любых предметов на местах x1, xn выполняется, а все, что написанное B, не выполняется. Вот это в нем сказано. Давайте запишем отдельно про каждый атом как раз вот это утверждение. Каждый атом А на любых предметах выполняется, каждый атом B на любых предметах не выполняется. Наоборот, извиняюсь. Дизъюнкт не выполняется, это означает, что каждый атом А не выполняется, а каждый атом B выполняется. Иначе была бы истина, потому что или истина с чем угодно, это истина. Вот. Итого, каждый атом А на каких-то предметах не выполняется, а каждый атом B на каких-то предметах выполняется. Я проговорил все то, что надо, только с отрицанием. Бывает иногда. Вот. Итого, не выполняется дизъюнкт, значит, не для всех предметов это так, значит, для каких-то А не выполняется, Б выполняется. И теперь самое время перейти к эрбрановской интерпретации. Оценка предикатных символов в эрбрановской интерпретации соответствующая, она подбирается так, собственно, это было записано, это было задание интерпретации, что выполнимость или невыполнимость атома на каких-то предметах, записанных в виде каких-то термов, это то же самое, что выполнимость и невыполнимость атомов в исходной интерпретации на предметах, соответствующих этим термам, значениями, на значениях этих термов. Итого, вот так вот лихо перескочили от невыполнимости дизъюнкта в эрбрановской интерпретации, вернее, каждого атома А и выполнимости каждого атома Б в эрбрановской интерпретации к невыполнимости и выполнимости всего того же на каком-то наборе предметов в интерпретации И. И теперь опять по семантике квантовой всеобщности сворачиваем это в дизъюнкт, в утверждение о том, что не выполняется дизъюнкт D. Здрасте. И стало быть, раз не выполняется дизъюнкт D, тот же самый в интерпретации И исходной, ну, значит, это не модель. Вот. А мы начинали с того, что это модель. Вот. Получили противоречие и предполагали вон там выше, что, это, что система дизъюнктов не выполняется в эрбрановской интерпретации. То есть просто обосновали тот факт, что если в эрбрановской соответствующей не выполняется, то в исходной тоже не выполняется. Как-то так. Другими словами, когда будем рассуждать про выполнимость и невыполнимость систем дизъюнктов, будем лихо перескакивать от произвольных интерпретаций к эрбрановским и обратно. И делать это на основании вот этого вот, вот того, что сейчас здесь на слайдах на последних нескольких произошло. И если все поняли, то двигаемся дальше и переходим к тому, как же все-таки будем обосновывать полноту метода резолюции. Вот как раз то, что этот метод работает для любых невыполнимых систем дизъюнктов, они просто получили квадратик и довольны, а если не получили, то разводим руками. Вот это как раз есть полнота. И вот ей займемся. Покажем, что там в конце не справа налево импликация, а тогда и только тогда. И стало быть, нужно добавить вот этот кусочек слева направо. Если система дизъюнктов невыполнима, то существует способ вывести квадратик из этой системы дизъюнктов. Делать это будем так. Это многоступенчатый процесс, который... Ого, уже скоро перерыв, пора. Который займет всю оставшуюся часть лекции, возможно, еще чуть-чуть. И будет это выглядеть так.
Во-первых, покажем, что если система невыполнима, то тогда из нее можно выделить или по ней можно построить конечные невыполнимые множество основных примеров этих дизъюнктов. То есть можно повыбирать дизъюнкты этой системы, поприменять к ним подстановки так, чтобы из них пропадали переменные, и как-то так это сделать, чтобы в конечном итоге получить конечное множество дизъюнктов вот таких вот после применения подстановок, чтобы оно было невыполнимым. Вот. После того, как мы это сделаем, покажем, как из такого множества конечного без переменных, без квантеров всеобщности, вот, вывести квадратик. И после того, как это сделаем, покажем отдельно, как каждый шаг получившегося вывода можно преобразовать в шаг того вывода, который нам нужен, то есть вывода квадратика из исходной системы. И после того, как это сделаем, можно будет сказать, что раз каждый шаг преобразуется хорошим способом от вывода из системы дизъюнктов без переменных до исходной системы, из которой мы ее получили, то тогда в исходной системе тоже можно вывести квадратик. Вот. И все это будет иметь свое название. Первое называется теорема Эрбрана, опять же, по фамилии того же самого человека, который ее придумал. Вот. И потом следующий этап будет называться лемма об основных дизъюнктов. Следующий шаг будет называться лемма о подъеме, их будет две, по одной на каждое правило, то есть лемма о подъеме для правила резолюции и лемма о подъеме для правила склейки. Это два правила резолютивного вывода. И четвертый этап — это будет озвучиваться, собственно, теорема о полноте. Вот. Ну и по порядочку, да, еще рано делать перерыв, по порядочку сначала теорема Эрбрана. Собственно, так и звучит. Система дизъюнктов невыполнима тогда и только тогда, когда существует конечное невыполнимое множество основных примеров дизъюнктов этой системы. Ничего себе, слово запомнил. И как это показывается? Тут сейчас вот будет появляться цепочка равносильностей, которая растянется аж на два слайда. И задача здесь просто вспомнить нужные определения, вспомнить нужные уже доказанные теоремы и в нужном порядке их применить, чтобы вот из тех слов, которые выше произнесены, система дизъюнктов невыполнима, получить те слова, которые требуются, что существует вот это вот, то, что мы ищем. Первый шажочек к тому, чтобы это сделать, это, как я и говорил, будем лихо перескакивать местами от всех интерпретаций к эрбрановским, в частности, вот здесь, за этим теоремой доказывали. Если система дизъюнктов невыполнима, значит, ни в одной эрбрановской не выполняется, и наоборот. Вот. Следующий шажочек — вспомнить, что такое «не выполняется в эрбрановской интерпретации». Это означает, вот она здесь «и» обозначена, это означает, что для любой интерпретации эрбрановской есть такой дизъюнкт, который в ней не выполняется. Это прямо как в теореме об эрбрановских интерпретациях. Потом нужно вспомнить, что такое дизъюнкт и как устроены эти эрбрановские интерпретации. Это означает, что есть такие предметы, на которых дизъюнкт не выполняется. Вот. А это, в свою очередь, означает, что раз у нас предметы — это основные термы, то что есть основной пример этого дизъюнкта? Напоминаю, что это значит, что мы берем этот дизъюнкт D, применяем к нему подстановки, да еще какую-то подстановку, да еще и так, чтобы все переменные исчезли. Получаем какой-то D-штрих, и вот для какого-то такого D-штрих это не выполняется. Понятно, надеюсь. Да, мы можем подобрать термы так, чтобы их подставить на места всех переменных. Вот так, чтобы невыполнимость была точно такой же. Потому что термы — это предметы. И вот мы вот так вот и играемся. С одной стороны, это термы, и можем их подставлять. А с другой стороны, это предметы, и можем смотреть, какой смысл имеет каждый атом на этих предметах. Вот это здесь и делаем. Заменяем одно на другое. И как только этот D-штрих получили, вот, тут же можно представить себе дальнейший кусочек рассуждений так, что давайте мысленно переберем все интерпретации эрбрановские, какие только бывают, и для каждой из них возьмем такой D-штрих. Свой уникальный может быть для каждой интерпретации, но давайте возьмем, свалим все это в большую кучу, и тогда получается, что вот эта большая куча, множество формул, не выполняется ни в одной эрбрановской интерпретации, потому что для каждой из них есть такой D-штрих в этой куче, который не выполняется.
И эта куча — это заведомо не больше, чем все основные примеры дизъюнктов системы S, потому что то, что мы делаем здесь, переход от DEC до штрих, это получение основного примера дизъюнкта из S. То есть, если мы возьмем множество всех основных примеров дизъюнктов из S, то там будут как раз все дизъюнкты из этой кучи, и мы знаем, что для каждой интерпретации есть в этой куче такой, который не выполняется, для каждой рбрановской. А значит, это невыполнимое множество. И в обратную сторону. Вот. И сверху вниз, и снизу вверх. Это работает. Стало быть, вот что дальше? Мы получили какое-то множество основных примеров дизъюнктов из S, которые не выполняются ни в одной рбрановской интерпретации, но нам нужно не совсем это. Оно похоже на то, что нам нужно, но нам нужно конечное. А, да, значит, эта система невыполнима. Да, вспоминаем снова про рбрановские интерпретации, про ту теорему, которая о них сформулирована была, что если ни в одной не выполняется, значит, нигде не выполняется. Вот. И в обратную сторону. То есть тогда и только тогда, везде, где я тут говорил, значит, везде тогда и только тогда нужно говорить. Вот, и теперь возвращаемся к этому вопросу. Мы получили какую-то систему основных примеров дизъюнктов из S, которые невыполнимы. Тогда и только тогда, когда невыполнимы исходные. То есть для любой исходной можно такую как-то извлечь мысленным экспериментом. Вот. А нам нужна конечная. И на то, чтобы бесконечное в конечное преобразовывать, в частности, пригодна теорема компактности Мальцева. И вот примерно про это я и пытался вам рассказать, когда речь о ней шла, когда я ее формулировал и доказывал, что теорема компактности Мальцева нужна как минимум в тех случаях, когда вы встречаетесь с бесконечным множеством формул, а потом хотите что-то аналогичное утверждать про какое-нибудь конечное подмножество. Вот давайте теперь посмотрим внимательно на эту теорему. И вспомним еще, что после этой теоремы было сформулировано следствие, которым эта теорема переформулировалась вот таким способом. Ну, вернее так, это и есть следствие. Что множество формул невыполнимо тогда и только тогда, когда существует конечное невыполнимое подмножество этого множества. То есть, что если нам дано, пусть даже бесконечное множество формул, мы знаем, что оно нигде не выполняется, значит, нам не нужно все бесконечное множество, мы можем как-то выделить из него конечное число формул, скинуть их все в кучу, и вот они не будут выполняться. То есть в тех рассуждениях, которые на прошлом слайде были, там говорилось, что, может быть, этих дизъюнктов D', которые мы получаем так, чтобы сформировать множество невыполняющихся нигде формул, оно могло быть бесконечным по одному дизъюнкту на интерпретацию. Вот. А тут получается по этой теореме, что бесконечность вся нам не нужна, достаточно выделить какое-то конечное подмножество. Вот. В частности, конечное подмножество, множество вот этого G, которое было слайдом раньше. И это уже то, что нужно. То есть это просто последний шаг применения теоремы компактности Мальцева с напоминанием о том, о чем была вообще эта теорема, а точнее, о чем было следствие из нее, чтобы вы вспомнили не только фамилию того, кто ее доказал, но и все-таки зачем она нужна. И если тут все поняли, да, это сложная часть. Вот как метод семантических таблиц обоснования полноты было сложным, здесь еще сложнее. Вот, потому что просто в этом методе правил меньше, а значит, обоснование того, что они работают, вероятно, будет намного сложнее, раз их намного меньше. И это так действительно и происходит. И дальше переходим к перерыву 5 минут, после которого я перейду к следующей части обоснования.
Добрые люди, пусть наш мир добром, добром прибудет, люди. Раз, два, три. Ау. Раз, два, три. У-у-у. Есть. Ну что, пора продолжать. 5 минут это совсем немного. Так, поехали. Те, кто еще следит за происходящим на доске, в смысле там в слайдах, переходим к следующему кусочку. Обоснование полноты.
метода резолюций. Это следующий кусочек, следующий этап состоит в том, чтобы показать, здесь это будет даже в некотором смысле явно и конструктивно показано, как, имея вот такую систему, конечную невыполнимую систему основных дизъюнктов, можно из нее вывести квадратик. То есть это, можно даже сказать, такой метод, как можно было бы. И он будет настолько же ужасным, насколько был ужасен метод обработки семантических таблиц, когда обосновывалась полнота метода семантических таблиц. В том смысле, что здесь будет в том или ином виде полный перебор с тем, чтобы иметь некоторую гарантию того, чтобы перебор сводился к тому, что мы будем перебирать что-то такое полезное, чтобы квадратик там рано или поздно появился, если мы знаем, что система невыполнима. Это я коротко о том, что будет сейчас происходить в доказательстве. Ну и поехали. Берем какую-то систему S, такую, чтобы она была конечной, невыполнимой и содержала только дизъюнкты без переменных. Попытаемся теперь сказать с обоснованием, как же из нее вывести квадратик. Для этого применим математическую индукцию. Будем ее применять по количеству попарно различных атомов, которые содержатся в этой системе. То есть если у нас 5 разных атомов в каких-то комбинациях встречаются в дизъюнктах, суммарно 5, то значит нужно будет где-то 5 раз применить это рассуждение по индукции с тем, чтобы получить некоторую базу. И эта база — это когда в системе нет никаких атомов, вообще ни одного. Вот. То есть вот эта вот норма, вот эти двойные палочки системы — это 0. Что это означает? То есть, с одной стороны, мы знаем, что система невыполнима в этом базовом случае, система дизъюнктов без переменных. С другой стороны, мы знаем, что в ней не разрешено писать ни один атом. Такая вот загадка. Что это за система такая? Вот. Ответ на эту загадку, кстати, может быть, вам даже на коллоквиуме поможет, просто как общее понимание того, что вообще за системы дизъюнктов такие. Такая система есть всего одна. И это множество состоит, то есть раз невыполнимо, значит, состоит хотя бы из одного дизъюнкта. И, значит, там есть дизъюнкт, но нет ни одного атома. Как вообще такое бывает? Такое возможно только в одном случае, когда это квадратик. Вот в нем нет ни одного атома. И это невыполнимая система. И вот это вот база. Начинаем с того, что квадратик есть в системе, и говорим, раз он есть, значит, мы его просто выводим, то есть выписываем как есть, и он тем самым выводится. Вот, база — это очень просто. Самая сложная часть, основная и вообще единственная существенная — это показать, как упростить систему на один атом. То есть если у нас есть n атомов попарно различных в системе, и мы знаем, что это утверждение работает для систем, в которых строго меньше, чем n атомов для всех, вот. Как показать для n? То есть как показать, что если система невыполнима и содержит n атомов, то квадратик обязательно из нее выводится. Если мы знаем, что строго меньше n атомов, значит, выводится из невыполнимой. Для этого чуть-чуть ее почистим, эту систему для начала. А именно, во-первых, удалим все дизъюнкты вот такого вида. Как это? Очевидно, что а или не а — это правда. То есть этот дизъюнкт вот такого вида, он везде выполняется. Поэтому квадратик из него не получится вывести. Давайте удалим. То есть, или по-другому, удаление этого дизъюнкта никак не влияет на выполнимость системы. Вот. Значит, после удаления система, которая здесь обозначена S', она будет по-прежнему невыполнимой, потому что мы удалили только общезначимые формулы. Если в этой системе так получилось, что хотя бы на один атом меньше, разнообразие атомов на единицу меньше, то тогда все, закончили рассуждение. Но есть еще плохой случай, когда столько же. И тогда нужно показать, как квадратик выводится из такой системы. Для этого еще немного ее почистим. А именно посмотрим в каждый дизъюнкт. И если там есть какая-то литера, которая повторяется несколько раз, вот все повторы вычеркнем, оставим из каждого повтора только один раз. Вот. На первом этапе чистки удалялись общезначимые дизъюнкты. На втором этапе чистки каждый дизъюнкт заменялся на равносильный, да еще и так, что этот равносильный можно получить при помощи склейки. И достаточно показать
что можно квадратик получить вот из этой дважды почищенной системы. Она здесь обозначается S2 штриха. Если в этой системе оказалось снова, те же самые рассуждения, оказалось меньше атомов, разнообразие атомов меньше, чем было, то есть мы вот после этих чисток что-то потеряли, какой-то атом исчез из системы. Это могло быть только на первом этапе, но тем не менее. Если вдруг так получилось, то применяем индуктивное предположение и можем быть уверены в том, что квадратик вывести можно. Если же мы почистили эту систему, дизъюнктов S, получив S2 штриха, и разнообразие атомов осталось таким же, то тогда как-то нужно сказать все-таки, как вывести этот квадратик. Вот. Сделаем так для этого. Поступим следующим образом. Разобьем эту систему на три группы, систему дизъюнктов, на три подсистемы относительно произвольно выбранного, но заранее выбранного атома, который мы знаем, что есть. Хотя бы, что в системе n атомов это n больше нуля, чтобы была не база. Вот выбираем какой-нибудь атом и делим систему на три группы. В первую группу, в первый класс определяем все дизъюнкты, в которых есть а, без отрицания, просто а. Во вторую группу s минус, а первая это s плюс, определяем все дизъюнкты, в которых есть а с отрицанием. И третья группа — это все остальные. То есть такие, в которых вообще нет никаких а ни с отрицанием, ни без. И теперь будем просто показывать постепенно, как можно преобразовать при помощи правил резолюции вот эту систему, разбитую на три части, в такую, которая настолько же невыполнима, но имеет на один атом меньше, а именно не имеет в себе атома а. Вот. Для этого давайте посмотрим на первые две группы s плюс, s минус. И на то, какие резольвенты мы можем построить, выбирая дизъюнкты из одной и из другой групп, один из одной, другой из другой, и выбирая в качестве контрарной пары а и не а. Это будет обозначаться, множество всех таких резольвент будет обозначаться sr. Того вот из двух первых кусочков получаем четвертый. Вот. И теперь покажем, что квадратик можно вывести вот из этой системы sr. И все те дизъюнкты, которые, то есть все резольвенты по контрарной паре а, не а, и плюс все те дизъюнкты, в которых нет а. Покажем, что из этой системы можно вывести квадратик. И тогда из этого будет следовать, что из исходной системы S2 штриха квадратик тоже можно вывести. И вывод устроен очень просто. Это строим все резольвенты по контрарной паре а, не а, а потом действуем, как тут сказано. Вот. Теперь в этой системе все резольвенты по контрарной паре а, не а, и все дизъюнкты, в которых нет а, в них содержатся все те же самые атомы, которые есть в исходной системе, но кроме атома а, то есть на один атом меньше. Получаем, что разнообразие атомов в этой новой системе S3 штриха, резольвенты плюс те, где нет а, на единицу меньше, а значит, к этой системе можно применить индуктивное предположение. Если мы покажем, что она невыполнима, то по индукции показывается, как выводится оттуда квадратик. Ну, в смысле, не оттуда, а из исходной системы. Вот, можете мыслить это, если хотите, конструктивности, какую-нибудь алгоритмику. Можете это мыслить как поэтапный такой рекурсивный вызов. Перешли к этой системе, применили опять это утверждение, перешли к системе, в которой минус 2 атома, потом n-3, n-4, и так пока все атомы не переберем и не исключим. Тогда у нас система оказывается квадратиком, и мы говорим, вот из этой последней системы квадратик выводится очень просто. Тогда, значит, из предыдущей системы, в которой один атом, он выводится как при помощи построения всех резольвент. Из предыдущей, значит, построением всех резольвент, а потом построением вот этой следующей системы тоже всех резольвент. И так получается некоторое количество уровней построения резольвент, ну и плюс чисток. То есть склеек и удаление общезначимых дизъюнктов. Вот. И как теперь это показать, что система, состоящая из всех резольвент по контрарной паре а, не а, и всех дизъюнктов, которых нет а, что эта система невыполнима. И вот тут снова начинается жонглирование словами, и так вот как это, как опытный наперсточек говорю. Вот следим за руками. Никакого обмана, сейчас все эти буковки будут появляться в нужном порядке, хотя вы в них и запутаетесь. Вот. Во-первых, достаточно показать, что в любой эрбрановской интерпретации это не выполняется.
по теореме о барбаранских интерпретациях. Раз она невыполнима, вернее так, невыполнима тогда и только тогда, когда не выполняется в одной барбарановской. Это первый шажочек. Второй шажочек. Раз невыполнима, значит, вот, собственно, переформулируется это так. Выбираем произвольную барбарановскую интерпретацию, в ней невыполнима. Вот это пытаемся теперь доказать. Вот. Дальше возможны случаи. То есть кто же там не выполняется? Вот, случай первый. Не выполняется что-то из SX в этой эрбрановской интерпретации. Стало быть, можно догадаться, что случай второй — это SX все выполняется, а вот где-то еще есть дизъюнкт, который не выполняется. Итого, вот, система S с двумя штрихами, раз она невыполнима, не выполняется в этой интерпретации I, про которую мы пытаемся показать, что нижняя система с тремя штрихами тоже не выполняется. Пока еще не показали, только начинаем это делать. Вот, случай первый, SX, оттуда что-то не выполняется. Тогда этот SX, это множество SX переписывается вниз без изменений, а значит, это S3 штриха тоже не выполняется. Вроде пока все просто. То есть пока что я делаю первый поворот наперстка, когда вы еще видите, что шарик он вот здесь. Вот. Теперь начинаем второй случай. В SX все выполняет, из SX все выполняется в интерпретации I, и при этом тут начинается некоторый взмах рукой. Вот. И при этом давайте в этом случае включим дополнительное ограничение, что в интерпретации I атом А, он выполняется истинный. Тогда, раз он выполняется, то можно посмотреть на все вот эти вот дизъюнкты, ну вот это множество S+, и там в каждом из них написано или А, а А выполняется. Значит, все это множество выполняется. То есть И — это модель для S+. S+ выполняется, S с крестиком выполняется, а вся система не выполняется. Значит, не выполняется S минус. Вот. Не выполняется S минус — это означает, что в S минус есть какой-то дизъюнкт, который не выполняется. Вот он, этот дизъюнкт. По построению S минус мы знаем, что там есть, что там написано или не А. Вот. Итого, вот такой вот дизъюнкт, обозначим его как D минус или не А, он не выполняется в интерпретации I. Это все идет следствие сверху вниз. Из вот того, что написано для рассматриваемого случая, ну и всего остального. Теперь, что мы знаем про этот дизъюнкт еще? Да практически ничего, но тем не менее нам нужно каким-то образом получить тот факт, что вон там в SR есть тоже дизъюнкт, который не выполняется. Мы про D- тогда, раз D- или не А не выполняется, а А — это истина, значит, не А — это ложь. Мы про это знаем, что это не выполняется, а значит, уверены в том, что D- не выполняется в частности. Вот. Теперь вот это D- не выполняется, и в пару к нему нужно найти D+, который не выполняется. Вот из этого верхнего множества, верхнего левого. Дальше я начинаю вертеть еще активнее наперстками. И теперь меняю интерпретацию. Давайте посмотрим вот на такую. Все то же самое, что говорилось в I, но с единственным исключением. Про А мы говорим, что это ложь. Тогда про вот эту вот интерпретацию. Нам известно, что вот это множество S2 штриха невыполнимо, значит, в ней тоже не выполняется. Вот. А, кроме того, так как вот здесь вот в правом множестве нет буковки А вообще, то выполнимость, невыполнимость дизъюнктов из него, из этого множества S крестиком, в I и в G она одинаковая, потому что там нет никаких А. Вот. Кроме того, мы знаем, что раз А — это ложь, кроме того, раз мы знаем, что А — это ложь, то тогда вот здесь вот каждый дизъюнкт выполняется, потому что здесь написано или не А, то есть или истина. Итого, правое множество все выполняется, среднее множество все выполняется, значит, вот в этой интерпретации G, чуть-чуть измененный I, точно не выполняется левое множество, S плюсик. Значит, в этом множестве есть такой дизъюнкт, обозначим его как D плюс или A, который не выполняется в G. Но в G A — это ложь, и дизъюнкт D плюс или А не выполняется тогда и только тогда, когда не выполняется D+. То есть D+ или ложь — это то же самое, что D+. Это обычная булевая алгебра. Вот. Пока каждый шажочек понятен, да?
Итого, мы получили утверждение о том, что в И не выполняется какой-то дизъюнкт D- вот из этих кусочек дизъюнкта и какой-то D+ вот из этих, но не выполняется в интерпретации G, которая отличается от И только оценкой А. Очень много буквок, но сейчас попробуем запомнить. Тогда, раз в этом дизъюнкте D+ буковка А не содержится, мы специально ради этого чистили систему, вот, чтобы здесь, если написано или А, больше буквок А в этом дизъюнкте не было. Раз там нету буковки А, давайте вернемся от G к И. Это вот последний взмах наперстками, когда шарик исчезает из-под них, и вы оказываетесь в проигрыше. И вот нужно за этим шагом уследить теперь, и убедиться, что если в G вот это D+ не выполнялось, то в I тоже не выполняется, потому что нет в D+ никаких A. Смысл D+ и тут одинаковый, потому что A нету. И тогда уже получаем, что вот в этой интерпретации I вот это D+ не выполнено, а еще не выполнено вот это D-, а значит резольвента не выполнено. D+ или D-. Снова волю в алгебру, первый курс. Вот. Таким образом, из невыполнимости системы S2 штриха вот в этом втором случае, когда правая группа выполняется, и А — это истина, получили невыполнимость какой-то резольвента, то есть невыполнимость S3 штриха в конечном итоге. Вот. Надеюсь, что вы уследили за тем, как я переставлял наперстки, и за вот этим моментом, когда шарик исчез, и буковка G превратилась в буковку I. Вот. И если вы убедились, что я здесь ни на одном шаге вам не наврал и получил, стало быть, достоверный вывод, то можете помедитировать дома над тем, как это так получилось, потому что это очень странное доказательство. Ну а я тем временем озвучу третий случай и скажу, что он аналогичен, только нужно S- и S+ поменять местами и удаление заменить на добавление буковки A в интерпретацию. Итого получили... С одной стороны, обоснование, а с другой стороны, даже не в некотором роде конструктивный, индуктивный или, по-другому сказать, рекурсивный способ вывода квадратика из произвольной системы дизъюнктов, если она конечна и в ней нет ни одной переменной. Такая вот страшная хитрость. Если тут все поняли, все. Да, но да, обоснование полноты — это тот момент, когда половина действительно отваливается, потому что страшное дело. Тогда следующий шажок. Это, напоминаю, третий пункт вот этой схемы обоснования, когда мы должны сказать, что если мы имеем шаг вывода квадратика вот из этой системы дизъюнктов, в которой нет ни одной переменной конечной, то мы можем каждый такой шажок преобразовать в соответствующий, аналогичный, точно так же выглядящий шаг вывода в конечном итоге того же самого квадратика, но из исходной системы. И вот эта лемма о подъеме для правил резолюции, она позволяет сформулировать вот как раз такое преобразование шага, который формулируется для системы основных примеров, в шаг для исходной системы, вот так, чтобы можно было потом эту лемму в сочетании со второй аналогичной для правила склейки применять много раз. И выглядит она вот так. Представили себе два дизъюнкта D1, D2. Представили себе их основные примеры D1 штрих и D2 штрих. И представим себе, что из этих основных примеров можно получить какую-то резольвенту. Тогда можно быть уверенным, что из исходных дизъюнктов тоже можно получить резольвенту. И там может быть много разных резольвент, но мы уверены в том, это будет сейчас доказываться, что можно получить такую, основным примером которой является D-штрих. Вот. Итого, мы, если имели основные примеры чуть раньше, то будем иметь точно такие же шаги вывода с основными примерами чуть позже. Ну или с тем, что как раз получается в результате подъема, что называется, из основных примеров в исходные дизъюнкты. Это как раз почему лемма о подъеме, потому что если представлять себе применение постановки как спуск, то вот мы применили этот спуск, здесь построили резольвенту, то есть так горизонтально подвигались, получили какой-то дизъюнкт. И вот теперь от этого дизъюнкта D' можем подняться обратно к дизъюнкту D, который является резольвентой тех двух. Вот. Итак, если можете представить себе, если представить себе вывод, в котором строятся только резольвенты, можно эту лемму применить столько раз, сколько шагов в выводе, и получить в конечном итоге вывод дизъюнкта, примером которого основным является квадратик. А примерами, дизъюнкты, примерами которых является квадратик, это только квадратик, и все. Вот. И вот к этому как раз и придем в основной теореме. Но пока что
как это все делается. То есть откуда берется такое страшное утверждение. Вот, представили себе вот эту вот исходную систему посылок, два дизъюнкта, два их примера и резольвента. И будем постепенно уточнять эту картинку с пояснениями, почему это так и откуда это берется, с тем, чтобы получить существование вот этого дизъюнкта D посерединке там сверху. Уточнение первое. Резольвента строится по какой-то контрарной паре. Назовем эту пару так. Назовем тот атом, который в этой паре так. Это А. Тогда контрарная пара — это А и не А. И вот так вот уточнили эти основные примеры. Что это D1 два штриха или А, D2 два штриха или не А, и резольвента, соответственно, это вот такая дизъюнкция. Потом скажем следующее, что вот эти два основных примера, они получены из двух верхних дизъюнктов при помощи применения каких-то подстановок. Давайте выберем эти подстановки, θ1, θ2. Вот. Тогда что мы можем про это все сказать? Мы можем подобрать эти подстановки так. А, нет, да. Давайте уточним теперь, согласно этим подстановкам, дизъюнкты наверху. Представим себе, что вот мы применили подстановку θ1 к верхнему дизъюнкту, получили снизу d1 два штриха или а. Это можно представить себе по-другому, что это все, что вот эти d1 два штриха, все эти литеры, они были получены откуда-то из верхнего дизъюнкта, и а, которые здесь обозначены как b1 θ1, тоже получены из какой-то литеры сверху, из какого-то атома даже сверху. Вот давайте уточним картинку так. Вот те литеры, из которых получены D1 два штриха, это D1 три штриха. А А получено из B1 применением постановки θ1. Получается вот такое уточнение. Дизъюнкт сверху немного уточнился, и снизу тоже. И в правой колонке то же самое, и резольвента уточнилась соответственно. Когда делаем резольвенту внизу, там переменных нет, поэтому просто берутся те литеры, которые все, кроме контрарной пары, и записываются вместе. Никаких унификаций не происходит, потому что переменных нет. Потом, чтобы было проще, чуть проще технически рассуждать, представим себе, что в этих двух подстановках области этих подстановок, области определения, то есть те переменные, которые изменяются, они не пересекаются. Что слева и справа у нас разные переменные в дизъюнктах, и мы меняем только их. Это к тому, что тогда мы можем взять эти две подстановки, свалить в кучу все, то, все те связки, которые там написаны, то есть объединить теоретика множественно все эти связки. И получится вот такая подстановка, которую применяем и к левому, и к правому, чтобы получить эти примеры. И, соответственно, все уточняется. Что теперь мы не θ1, θ2 применяем, а вот эту подстановку — это объединение двух. Вот. После этого внимательно посмотрим на то, что получилось, и подумаем теперь, можем ли мы как-нибудь переформулировать, переставить шаги применения вот этой постановки это и потом получения резольвента. Вот. Так как вот это B1 это и вот это вот B2 это одно и то же, то вот эта постановка это получается унификатор этих двух атомов. Вспоминаем теорему об унификации, когда была речь про алгоритм унификации, что если есть какой-то унификатор, то обязательно есть наиболее общий. Вот, давай теперь посмотрим на него, обозначим его μ. Представим себе этот унификатор, посмотрим внимательно наверх. Это наиболее общий унификатор вот этих вот двух атомов. Он есть, а значит, мы можем с помощью этого унификатора по вот этой контрарной паре B1 и не B2 построить резольвент. Она будет выглядеть вот так. D1 три штриха, D2 три штриха. И применяется не это, а вот это вот μ. И кроме того, раз это наиболее общий унификатор, значит, мы вот этот унификатор, который здесь был нарисован, это, можем разложить как μ, которому справа через композицию приписан какой-то θ. Это определение наиболее общего унификатора говорит как раз нам, что вот этот θ существует для любого μ. Еще лучше, еще сильнее уточнилась эта картинка. И теперь, как только мы это сказали, получается, что сверху говорится, что мы применяем μ, а снизу, что мы применяем μ θ. Это означает, что нижнее из верхнего можно получить, применив θ.
Вот и получилась та самая картинка, что если снизу есть резольвента, то сверху тоже есть резольвента, примером основным которой является резольвента снизу. Для этого достаточно было просто аккуратненько пройтись по всем подстановкам, которые по пути возникают, и аккуратненько посмотреть на те атомы, к которым эти подстановки применяются. Вот. И это лемма о подъеме. То же самое можно сказать про правила склейки. Только здесь один дизъюнкт, и в нем выбираются две литеры, и к ним уже применяется вот эта самая подстановка. Вот. Но так все то же самое, только картинка в одну сторону наклонена. Не из двух сторон растет, доказывается точно так же. Вот. Напоминаю, что такое рыжий с квадратиком. Можете попробовать. Вот. И конец рассуждений. Все-таки я уложился, кажется, в одну пару на обсуждение полноты от начала до конца, что, в принципе, неплохо. Я все равно буду дочитывать до конца пары, вы не обольщайтесь. Вот. Но все-таки закончу чуть раньше говорить про полноту, с тем, чтобы вы потом чуть-чуть подрасслабились. Вот и того. Теперь, собственно, теорема. Обоснование полноты результативного вывода. То есть утверждение о том, что если вам кто-нибудь даст любую, какую только вы можете себе представить, невыполнимую систему дизъюнктов, не обязательно конечную, не обязательно основных, просто какую-нибудь, то тогда вы можете быть уверены, основываясь на одной только ее невыполнимости, что из нее можно вывести квадратик. И для этого теперь достаточно сделать следующее. Берем такую систему, из нее выделяем по теореме Эрбрана конечное множество основных примеров дизъюнктов этой системы так, чтобы это конечное множество было невыполнимым тоже. Потом применяем лемму об основных дизъюнктов. Так. Вот. И по этой лемме получаем вывод квадратика из этой системы. Потом вспоминаем, что такое вообще вывод, и начинаем думать, как бы нам пройтись по этому выводу с тем, чтобы аналогичный вывод квадратика построить для исходной системы S. Вот. Вспоминаем определение, что такое вывод. В нем могут быть варианты дизъюнктов исходной системы, а внизу у нас примеры этих вариантов, основные примеры. Вот. У нас могут быть резольвенты и вверху, и внизу. Если у нас резольвенты внизу, то есть если у нас внизу берется дизъюнкт системы, состоящий из основных примеров, то тогда мы можем посмотреть, из какого дизъюнкта исходной системы этот пример получен, и написать просто этот дизъюнкт или его вариант. Если у нас внизу резольвента на очередном шаге выписано, то по лемме о подъеме мы можем быть уверены, что такая же резольвента есть наверху. Если внизу получена склейка на очередном шаге, мы можем быть по лемме о подъеме уже второй, быть уверены, что наверху есть точно такая же склейка. И так можно слева направо пройтись по вот этому выводу из основных дизъюнктов. Вот. И используя вот эти три пункта, и выбирая переменные так, чтобы они каждый раз были новые, такие переменные, которых раньше до этого не было, и применяя, соответственно, леммы о подъеме, можем быть уверены, что то, что мы получим в итоге, вот такое вот последовательное применение леммы о подъеме, позволяет нам получить вывод такого дизъюнкта, примером которого является квадратик из исходной системы, то есть квадратик из исходной системы. Вот и все. Вот и вся полнота. Всего ничего, почти целую пару пришлось потратить на то, чтобы вам ее объяснить. На это можете выдохнуть, дальше будет чуть проще. Дальше на примере. Что это вообще за полнота, что это за леммы такие? Вот, для примера, чтобы вы поняли, откуда это все берется, как можно пощупать теорему Эрбрана, лемма об основных дизъюнктах, вот это все. Вот посмотрим на такую формулу. Совершенно бессмысленная. И, насколько я помню, это как раз тот сквозной пример. Вот. Как применяется, вот как конкретизируется тогда применение всех этих утверждений к этой формуле, чтобы можно было в конечном итоге сказать, что да, действительно, мы можем из этой системы построить квадратик. То есть какой способ получения квадратика сейчас был продиктован? Шаг первый. Вот. Мы получаем систему дизъюнктов. На самом деле про систему дизъюнктов все это говорили. Шаг второй. Выделяем
конечную систему основных примеров этих дизъюнктов. Например, вот такая. Так, навскидку. Я вместо x подставил вот в этой в средней формуле c, вместо него в левой формуле f от c, и справа вместо x поставил c, и вместо u поставил g от c. Напоминаю, что у каждой формулы своя квантерная приставка, поэтому x эти у всех формул разные. Вот она, это конечная невыполнимая система основных примеров дизъюнктов из S. Всего три. Но я не говорю здесь об общем способе их нахождения или построения, просто она есть, и здесь ее легко найти. После этого, как из нее построить квадратик? Да, очень просто. Мы всегда будем вот поочередно чистить, строить резольвенты, чистить, строить резольвенты. И так вот пока не получим этот квадратик. То есть выбираем атом P от F от C, например. По нему строим все резольвенты. Вот она, одна оказалась. Потому что только вот P от F от C раз, P от F от C два. Все, больше ничего нет. Потом смотрим. Вот это вот SR, которое было в утверждении время об основных дизъюнктов. И к этому пристыковываем тот атом, в котором не было F от C. Строим резольвенты для этого. Получаем квадратик. Все, мы получили квадратик из исходной системы. Просто строим раз резольвенту и два резольвента, и все. То есть здесь это просто в чистом виде алгоритм построения, получения квадратика. После этого имеем вот такой вот вывод квадратика из системы основных примеров. Теперь проходимся слева направо и говорим следующее. Вот P от F от C, он откуда-то был получен. Выписываем этот дизъюнкт. Это P от X и переименовываем переменные. Потому что мы имеем право любые варианты выписывать. Выписываем тот, в котором ну, какие-то новые, которых раньше не было. Потом второй дизъюнкт, снова пример. Снова вариант дизъюнкта исходной системы, то есть просто дизъюнкт системы. Откуда-то он был получен, вот из этого. Выписываем его, переименовывая переменные. Дальше видим две стрелочки ведут дизъюнкт. То есть это резольвента. Резольвента кого? Вот этих двух. Применяем лемму о подъеме. И вот из этих двух получаем аналогичную резольвенту. То есть такую, примером которой является то, что сверху. Потом видим еще один дизъюнкт системы G. Он откуда-то получен. Вот из этого. Выписываем этот дизъюнкт. Или точнее его вариант, чтобы переменные не пересекались. Потом видим две стрелочки и квадратик. И по лемме о подъеме можем утверждать, что вот из этих двух дизъюнктов получается тот же самый квадратик. Вот. То есть я даже не смотрел на то, действительно ли здесь можно построить эти резольвенты, просто леммы уже есть. Можем. Это гарантируется, мы это знаем. И вот так вот чудесным образом получился способ построения квадратика, способ вывода квадратика из произвольной невыполнимой системы, но в котором, к сожалению, есть один неконструктивный шаг. Переход от исходной системы, системы невыполнимой, к системе основных примеров. Потому что к бесконечной, пожалуйста, берем просто все основные примеры, вот она невыполнима. Но хочется конечную. И вот это вот выделение конечности — это неконструктивный элемент всей этой мешанины действий. Вот. И эту неконструктивность на самом деле можно преодолеть. Поэтому можно в конечном итоге сказать, что здесь приводится примерно как в методе семантических таблиц. Конструктивный способ построения квадратика из любой системы, если мы знаем заведомо, что эта система невыполнима. Вот. Можно просто перебирать все возможные варианты, откуда, чего и как мы можем получить. То есть все возможные основные примеры, вот так вот постепенно будем их строить и из них что-нибудь выводить. Вот. И будет на каждом этапе этого перебора основных примеров будет конечное множество, про которое мы знаем, что там, если можно вывести квадратик, можно его вывести вот этим способом. Вот. И перебор всевозможных вот таких вот конечных систем можно устроить так, чтобы мы обязательно наткнулись в процессе перебора на ту, которая действительно та самая невыполнимая. Вот из нее выведется квадратик. Вот. Фух. И это, конечно, хороший способ, но настолько же ужасен, насколько и полная стратегия вывода и для метода семантических таблиц. То есть тут такой страшный перебор получается. То есть перебор всех конечных систем основных примеров, это можно сделать, но это уже тяжело. Вот. И для каждой такой системы перебор всех резольвент, а потом резольвент и так далее, пока не получим квадратик. Вот. И встает вопрос, а можно ли как-нибудь попроще?
Вот. На метасемантических таблицах этот ответ не давался, просто семинаристы вам говорили список рекомендаций, как можно было бы. Вот. Но здесь можно что-то попробовать сказать. И вот здесь вот начинается плавный переход от метода резолюции к логическому программированию. Попытка сказать, как же можно было бы поэффективнее выводить этот квадратик, в конечном итоге приходит к тому, приведет нас к тому, как устроены интерпретаторы логических программ. Но вы пока не знаете, что такое логические программы, поэтому я просто так предвкушаю, что дальше оно будет. Вот. И говорю несколько слов о том, на самом деле, части, с чего вас ждет дальше в логическом программировании, но пока что в терминах результативного вывода, не выхожу за пределы. Это называется как раз способы вывода квадратика из системы дизъюнктов. Это называется стратегия результативного вывода. Вот. И способов повыводить что-нибудь из системы дизъюнктов, их можно много разных придумать, и они будут приводить к кардинально разным устройству выводам. Вот, например, такая простая система, достаточно простая, 5 дизъюнктов, они все простенькие. Вот. Из нее можно пытаться строить вывод по-разному. Иногда получается, может получаться хороший вывод, например, вот такой. Берем первый дизъюнкт, потом, не знаю, берем пятый дизъюнкт, строим их резольвенту, берем второй дизъюнкт, получается квадратик. Но если мы не знаем, что это за формулы, и мы так вот наугад, на ощупь движемся, мы могли бы не догадаться, что вот именно в таком порядке нужно брать эти формулы. Первый, пятый, потом второй дизъюнкт. Могли бы придумать вот такой вывод. Первая формула, потом берем, например, четвертую. В первой написано не Q, в четвертой есть Q, строим резольвенту, получаем два раза не Q. Причем там унификация происходит, X заменяется на A, Z заменяется на B. Потом, ну не знаю, например, берем третий. Вот этот Q, видим, что здесь два раза не Q, а там Q написано. Получается вот не Q от AB, потому что там снова унификация. Вместо, если мы выбираем правый, вот этот правый не Q в качестве элемента контрарной пары, то тогда унификация будет вместо YB. Если левый, то вместо YA. Ой, наоборот, если правый, то вместо... Нет, все правильно. Правое место YB, левое место YK. В итоге, что они, какую контрарную пару не выбираю, получается не Q от AB. Такая неотвратимость. И потом можно, ну, например, снова выбрать. То есть мы видим не Q в начале от AB, и не Q от AB еще раз. Если мы глупая программа, которая ничего не знает об истории вычислений, ей просто сказано, видишь такой дизъюнкт, бери вот это, то тогда мы снова возьмем четвертый, потом снова третий, потом снова четвертый, потом снова третий. Так до бесконечности. Ничего не получим. Никаких квадратиков. Хотя он есть. Мы видим, что вот наверху, что его можно вывести, а мы его не получили. Бывают ситуации и похуже даже. Вот, например, возьмем четвертый дизъюнкт в качестве начального, потом возьмем еще раз четвертый дизъюнкт, как тот, с которым будем резольвенту строить, построим резольвенту, теперь у нас все то же самое, только 5 литер. Потом можем взять, ну, например, четвертый дизъюнкт, вот этот, и снова построить резольвент. У нас будет то же самое, только 7 литер. Потом можем взять, ну, например, четвертый дизъюнкт. И тогда у нас будет 9 литер, 11 литер, так, пока у нас не закончится память на нашем вычислительном устройстве, если мы говорим про реализацию на вычислительном устройстве. Вот. То есть выводы бывают совершенно разные, некоторые хорошие, некоторые плохие. Как бы так можно было бы сделать, чтобы в нашем распоряжении имелись только хорошие выводы, а плохого мы не строили? Вот это называется как раз стратегия результативного вывода. Это свод правил, примерно как была стратегия построения успешного табличного вывода, только здесь вот стратегия результативного вывода. Свод правил, которых нужно придерживаться, чтобы мы умели говорить, что вывод построен, и он придерживается этой стратегии. Вот. И если этот свод правил, свод ограничений построен так, что позволяет, действуя произвольно в рамках этих правил, все равно неотвратимо построить квадратик, если система невыполнима, то тогда эта стратегия называется полной. Примерно вот как в методе семантических таблиц то же самое было. И, например, вот такая есть стратегия. Никаких ограничений, делай что хочешь. А, нет, извиняюсь. Здесь нет, извиняюсь, здесь по-другому вводится немного. Да, это я заговорился под конец лекции.
Вот, что стратегия называется полной, наоборот, двойственной. Если есть способ построить квадратик, придерживаясь этой стратегии, в отличие от того, что происходило в метасемантических таблицах. Извиняюсь за оговорку. Еще раз. Как, если система невыполнима, можем вывести квадратик? Так вон, я сейчас, когда полноту обсуждал, вот это вот все. Это способ построения квадратика. Вот при этом, да, и это способ построения квадратика без ограничений, то есть с пустым сводом этих ограничений. Того, есть такая тривиальная стратегия, делай что хочешь, и она полная. Потому что по теореме о полноте, если система невыполнима, то можно вывести из нее квадратик. То есть есть способ вывести квадратик из нее. Мы его не знаем, но он есть. Вот. Но хотелось бы все-таки что-нибудь покруче. Какие-нибудь ограничения, которые позволят нам хоть каких-нибудь плохих выводов избежать. Вот. На этот счет есть, например, так называемая семантическая резолюция, основная суть которой очень простая. Берем интерпретацию, например, Арбрановскую. То есть просто берем фиксируем некоторый расклад, что истинный, что ложь в нашем понимании. Вот. И относительно этого расклада, если пытаемся строить резольвенты, выбираем один дизъюнкт, который истинен, и один дизъюнкт, который ложен. Не можем строить резольвенты для двух дизъюнктов, которые оба являются истинными с точки зрения этой интерпретации или оба ложными. Выбираем только вот так. Один истинный, другой ложь. Или более четко, более точно, один выполняется в интерпретации, другой не выполняется. Вот. Например, да, и то, что получается, тот вывод, который получается, если придерживаться вот этого правила, для заранее заданной и выбирать только такие пары дизъюнктов для построения резольвента, то такой вывод называется ирезолютивным для интерпретации и. Вот. Например, вот 4 дизъюнкта. Не важно, что такое ABC, важно, что вот в таких комбинациях они встречаются. И тогда, вот сейчас в левой колонке будут появляться только те дизъюнкты, которые выполняются вы, в правой, которые не выполняются, и то, как мы выписываем варианты и строим резольвенты. Выписываем, например, классифицируем сначала наши дизъюнкты. Два кидаются влево, они выполняются в этой интерпретации, в которой все ложь. Понятно, да? То есть интерпретация говорит, что все ложь, а здесь есть отрицание, значит, выполняется. А в двух дизъюнктах отрицания нет, значит, они не выполняются. Раскидали по двум колоночкам эти четыре дизъюнкта. И потом, например, можно начать строить все резольвенты, выбирая дизъюнкты один слева и один справа. Например, первый плюс третий. Это не B или C резольвента. Теперь у нас 5 дизъюнктов. Снова делаем что угодно, только выбирая один слева, один справа. Ну, например, первый и четвертый. Вот здесь не B, справа B. Получается, дизъюнкт не A или C. Здесь уже склейки сделаны. Наверное, я, возможно, это поправлю. Что здесь или C, на самом деле написано. Но я здесь неявно уже предполагаю, что оно все склеивается. Наверное, может быть, не очень хорошо, но да ладно. Вот. Потом можно взять, например, второй и третий. Слева не C, справа C, резольвента A. Можно взять второй и четвертый. Слева не C, справа C, резольвента B. Вот. Можно взять… Что нельзя делать? Нельзя взять первый и второй, потому что они в одной колонке. А можно только один слева, один справа. Вот. Но можно, например, теперь сказать, возьмем A… Нет, не A. Вот это вот не B или C, и потом B. Получается резольвента C. Потом можно сказать, давайте возьмем не A или C. Нет, сейчас извиняюсь. Не C и C. Да, вот здесь попроще можно. И получается квадратик. То есть в конкретном вот этом случае можно получить квадратик. Но из этого не следует, что это полная стратегия. Значит, просто, что мне повезло с примером, вот, что я смог его на один слайд вместить. Но тем не менее известно, что эта стратегия полная. То есть если у вас единственное ограничение звучит так, что вы должны взять интерпретацию и брать для резольвента только дизъюнкт один, который в ней выполняется, и другой, который нет, то вы всегда можете вывести квадратик. Вот.
только доказывать это я тоже не хочу. Вот. Кто хочет, может попробовать. Вот. И на самом деле доказательство полностью повторяет то, что я сейчас рассказывал про полноту в целом. И ну, достаточно просто влезть в одну лемму и аккуратненько там поправить рассуждение, чтобы получающийся вывод квадратика из системы основных дизъюнктов он был не просто резолютивным, а иррезолютивным. Вот. И это сделать не очень сложно, можете попробовать. Вот. Есть и другие способы строить выводы. Есть, то есть здесь по-прежнему какой-то страшный перебор. Колонки слева и справа разрастаются неимоверно, неограниченно, и выбирай, что хочешь. Как будто никаких ограничений нет. А есть, с другой стороны, более жесткие выводы, способы построения выводов. И вот один из таких, который понадобится дальше, он называется входной резолютивный вывод. И выглядит он следующим образом. Все дизъюнкты, они делятся на две колоночки, но это другие колоночки. Они как бы вот такие центральные идут по центру, и боковые, которые приходят сбоку. И если мы хотим построить вывод, мы обязаны делать так. Сначала взять заранее заданный дизъюнкт D, из которого мы выращиваем этот вывод, то есть которым он как раз инициируется. Вот объявить его центральным, потом сбоку приписать какой-то вариант дизъюнкта исходной системы, получить резольвенту, объявить ее центральным дизъюнктом, сбоку к ней приписать снова вариант дизъюнкта исходной системы, снова получить резольвенту, объявить ее центральной, и вот так вот и строить центр, к нему приписываем что-то сбоку, получаем новый центр, что-то сбоку — новый центр. И все, что сбоку — это варианты дизъюнктов исходной системы, а все, что по центру — это получающиеся резольвенты раз за разом. Да ничего больше делать не разрешается. Вот, то есть каждый новый центральный — это резольвента предыдущего центрального и какого-то варианта дизъюнкта исходной системы. И входная резолюция — это резолюция, которая разрешается строить только входные резолютивные выводы. Вот. Например, из этих же четырех дизъюнктов можно было построить входной резолютивный вывод, а не тот, который раньше. И выглядит это может так. Берем не C, это то, чем он инициирован. Это центр, первый центр. Потом берем какой-то вариант дизъюнкта из S, строим второй центр, как резольвенту первого центра и того, что сбоку. Вот понятно, почему это центр и бок. Вот. Построили, это новый центр, приписываем к нему что-то сбоку снова, новая резольвента, снова что-то сбоку, новая резольвента, снова что-то сбоку, новая резольвента, снова что-то сбоку, и так пока не получим квадратик. Чудесным образом здесь получили, но стоит вопрос, а можно ли в общем случае получить? Оказывается, что нельзя, и, например, вот из этого нельзя. Почему? Потому что, в этом выводе запрещены склейки, и все, что мы можем получать, это дизъюнкты с двумя литерами, строя этот вывод. Но даже если можно здесь применять склейку, все равно вывод будет, и даже если разрешить, все равно вывод будет неполным. Ну, в качестве такого небольшого примера можете поразмыслить вот над такой системой. Даже если разрешить все склеивать, вот из этой системы невозможно построить входной резолютивный вывод квадратика, но при этом она невыполнима. И на этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию с тем, чтобы завтра продолжить, ой, не завтра, на следующей неделе продолжить вас постепенно переводить из резолюции в логическое программирование. И вот этот вот входной вывод, это будет как раз тот самый мостик, который позволит плавно перейти от одного к другому. Но об этом потом. А пока все. Всем спасибо, все свободны.